Вот периодически возникают фигуры типа человека, который сначала назывался Брэдли Мэннинг, если вы помните, был такой сержант американской армии, который был очень неудовлетворен с собой и жизнью, который взял секретные документы, слил их Джулиану Ассанжу, попал по этому делу в тюрьму. В тюрьме он обнаружил, что, оказывается, он женщина, он потребовал, чтобы его называли Челси Мэннинг, и чтобы ему государство оплатило операцию по перемене пола. И вот интересно, что этот человек считал, что государство не имеет права делать секретные операции и вообще воевать. Но операцию по перемене пола оно платить ему должно. Ну, такие были у человека представления о государстве.